Почему мы воюем с турками? Неужели на земле не найдется места и для них, и для нас? Турок не может быть братом. Все мы люди, в конце концов. Но брат не должен грабить брата, если он действительно брат. Не должен разрушать твои храмы и церкви, если он действительно брат. Не должен тебя убивать и угонять твой скот, если он действительно твой брат. Найдется ли среди вас хоть кто-то, кому не знакомо варварство турков? Кто из вас может мне объяснить, по какому праву турок, не давший человечеству ничего, вторгся на нашу землю и поставил целью уничтожить нас?